Друзья, вы на канале «Строй Гарант Анапа». Меня зовут Марина, и я проведу для вас обзорную экскурсию по ЖК «Встречный». Друзья, вы в арбузном раю, и не только в арбузном. В данном жилом комплексе планируется построить 90 и более благоустроенных домов. В свободные продажи мы предлагаем дома от 50 до 145 квадратных метров. Возможно, покупка дома на разных этапах строительства, как в полной готовности под ключ, так и в вариантах чистовой и предчистовой отделки. Этот вариант дает возможность сделать ремонт в вашем доме самостоятельно или повременить с реализацией этой серьезной цели. Все дома находятся на одной улице, выполнены в едином архитектурном стиле и составляют гармоничный ансамбль современного благоустроенного коттеджного поселка. Рядом проходит федеральная трасса Темрюк-Новороссийск, возводится новая трасса Краснодар-Симферополь. Совсем неподалеку развилка на Крым. Расстояние до Крымского моста около 65 километров. До города Анапа 40 километров. Рядом портовый город Темрюк. Примерно в 40 километров езды на автомобиле город-герой Новороссийск. После окончания строительства новой автомагистрали время пути значительно сократится. Сам поселок Стрелка очень удобен. По транспортной доступности, так как всего в 25 километров находится аэропорт Витязева. Совсем рядом железнодорожная станция. Любителям активного отдыха и рыбалки хотим сообщить. Лиманы, реки, дренажи, зарыбленные водоемы – все это место для любителей охоты и рыбалки. А дома, расположенные на участке в 5 соток – это просто мечта для семейного счастья. Что тут скрывать? Не зря именно в поселке Стрелка находится арбузный рай. Райский уголок для всех любителей загородной спокойной жизни на побережье Черного и Азовского моря. Дорогие друзья, мы приглашаем вас прогуляться по главной улице ЖК «Встречный». Пусть не с оркестром, но тоже будет интересно. Посмотрите, картины живописные с двух сторон, направо, налево. Везде наши замечательные, уютные, красивые дома. Обратите внимание, что не все выполнены в отделке штукатурка «Баумит». Есть и кирпичные дома. Посмотрите, это наш желтый фирменный силикатный кирпич. Но это дело, в общем-то, заказчика. Дело в том, что каждый из вас может заказать дом на разных этапах строительства и выбрать и отделку, и все полностью самостоятельно по вашему вкусу. В ЖК «Встречном» находятся проекты от 60-го, новинка «Уют», обратите внимание, до 142 квадратных метров. Дома одноэтажные, дома двухэтажные. Обратите внимание, у кого-то есть и поветки над входной группой, но у «Стройгарант Анапа» большое количество, большой выбор дополнительных работ. То есть, если что-то вы хотите заказать дополнительно, обращайтесь, мы всегда поможем. Дорога отсыпана, достаточно прочное дорожное полотно, но обязательно оно будет улучшаться. Друзья, все дома благоустроены. 15 киловатт электричества, в каждом доме есть септик. Газ, обратите внимание, подведен до межи. Далее уже вопрос хозяев. Центр поселка Стрелка, посмотрите, поселок продолжается. Но самая красивая улица, конечно, во Встречном. Посмотрите, красота! В ЖК «Встречный» продано уже более 60 домов, жизнь кипит, люди благоустраивают свои придомовые территории, красят навесы. Посмотрите, в своих маленьких уютных домах уже все здорово. Счастливые обладатели домов не останавливаются на достигнутом, продолжают благоустраивать свои придомовые территории, высаживают обязательно елочки, которые зеленые и летом, и зимой, но самое главное – каждый в беседке посадит виноградную лозу. Друзья, очень скоро она заплетет все эти красивые дома. В каждом погребе будет вино. Вся главная улица освещена. Ночью точно не заблудитесь. Светло, как днем. Посмотрите, около каждого дома на столбе есть светильник. Можно прогуляться и ночью. Как вы видите, строительство продолжается. Давайте заглянем в этот двор. Здесь все только начинается, но уже есть хорошая основа. Наверняка это какой-то индивидуальный проект.
очень для уютной, тихой жизни, уже отсыпана, посмотрите, въездная группа и огорожена вся территория. Напомню, территория каждого двора составляет 5 соток. Давайте пройдем, посмотрим вокруг. Как видите, домик совсем небольшой, но самое главное, какая терраса. Посмотрите, уже есть ступени, ступени литые, и как много места. Кресла пока здесь нет, но оно обязательно появится, наверняка красивое, плетеное. Здорово! Как здесь наверняка весной поют птицы красиво, заслушаешься. А рядом уже террасы отделаны плиткой, посмотрите. Работа продолжается, строительство ведется, возводятся новые дома. Посмотрите, металлочерепица уже есть везде, но что-то начинается с нуля, с фундамента. Улица упирается в лесополосу. Здесь необыкновенно красиво и зимой, и летом, и осенью. Друзья, стоит рассмотреть это место для приобретения нового дома. Это того стоит. Просто спросим, у вас такой маленький уютный дом, большая семья живет? Да. Классно. Я да кот. Ну это же здорово, как кота зовут. Эклер сладкий. Классно. А вы откуда? Если не секрет. Санкт-Петербурга, друзья, это же здорово. Спасибо за небольшое интервью. Пусть у вас счастье будет в вашем доме. Спасибо. Друзья, это была обзорная экскурсия по ЖК «Встречный». Обязательно рассмотрите этот вариант для приобретения жилья. Тихое, уютное место между двух морей, совсем недалеко Черное, Азовское. Но я вам посоветую в начале лета купаться именно на Азовском. Во-первых, оно ближе, во-вторых, прогревается быстрее. Все местные купаются в июне на Азове. Друзья, если у вас возникли вопросы, позвоните нам. Все телефоны указаны в этом ролике. «Стройгарант Анапа», наши специалисты, наши юристы ответят на все интересующие вас вопросы. «Стройгарант Анапа» – удобно, практично, надежно.